Во. Вот он. Все-таки я тебя взял. Всем привет, ребят. С вами канал Рукомпас. Сегодня у нас вечерняя рыбалка. Будем рыбачить на поплавок. Приехал я на озеро. Вечер, выходной день. Решил пойти на озеро. Порыбачим на поплавок. В общем, смотрим, не переключаемся. В общем, пробовать буду. Здесь я перловку запарил. Добавил корицы, манки, червяк из прикормки. В общем, прикормка у меня вот такая. Видим, у нас сазана. Такая прикормочка. Карась, карп, сазан. Еще вот такую взял, попробовать. Вот. Тут у меня комары, мед. Вот такая у меня прикормка. Прикорм с ароматом конопля. Как-то так. Такая фракция у меня оранжевая. Так. У меня еще есть. Ребят, такая прикормка. Ванилин. Бешеный клев. И маленько осталось. Фидерная. Вот такая фидерная. Ладно, сейчас буду замешивать прикорм. Так, забросил. Пока перловка. Червя не стал одевать. Пока на перловку. Пробуем. Тихо. С утра ветер был, волны сильные. Сейчас погода нормальная. Решил вот вечером посидеть. Комары, правда. Ну ладно. Так-то рыба плюхается. Видим. Вот она плюхается, рыба. Там утка где-то плывет. Крякает. Красота. Видим, поклевка началась. Клюет. Угу. Где ты? Давай. Захватывай. Да. Сейчас распробует перловку с манкой, с корицей. О, попался первый карасик. Маленький. Клюет. Прикормка работает. Вот она сидит. Зацепился, оторвал крючок. Пришлось менять снасть. Поставил новый поплавок. Блин, поклевка прекратилась. Всю рыбу распугал, пока доставал. Вот такая вечерняя рыбалка. Кукушка кукует.
сижу. Во-во-во-во, давай. Оп. Сошел. Блядь. Не успел. О. Вот он. Вот он. Все-таки я тебя взял. Хороший, тяжелый. Грамм 500. О. Такой карасик, грамм 500. Нормального такого карася на грамм 500 взял. Переоделся, доставал леску с поплавком, зацепился, весь намок, блин. В общем, такая, ребят, вечерняя рыбалка у нас сегодня продолжается. Смотрим, не переключаемся. Водяная крыса. Андатра. Смотрите, ребят. Прямо из-под берега выплыл. Там у нее нора. Уточки плавают. Такие красивые. Интересно. Парочка. Чайка сидит. Оп, пропали. Сидим, рыбачим. Коршун летает. Ну вот, вроде началась поклевка. Слабо. Сейчас одного поймал. Не успел камеру включить. Червя снял на хлеб, пробую, но червя не берет. Ну все, ребят, будем заканчивать ролик с вечерней рыбалкой. Как видите, рыбалка удалась, наловил я карасей, теперь будем варить уху. В общем, кто не подписался на канал, обязательно подпишитесь. Не забудьте нажать на колокольчик, дабы не пропустить новые ролики. А внизу под видео пишите комментарии, все комментарии я читаю, всем отвечаю. Все, всем пока, до новых встреч на просторах интернета.